Охуенно! Согласен! Полностью согласен! Конечно, нам сейчас вот этого только не хватало. Этой ебаной мохнатой жопы. Именно ее нам сейчас и не хватало. Типа, я ебалась. Ай, блядь. Эта фраза, ну, как бы весь этот монолог, он просто был наполнен смыслом. Он там есть. Есть там смысл. Эти предложения связаны между собой. Как когда-нибудь, когда мы начнем летать в соседней галактике, тогда нам откроется смысл и связь между двумя этими предложениями. Да где? Какой в пизду патруль-то? Какие нахуй мародеры-то? О чем ты говоришь-то? Какие мародеры? Где? Какой в пизду патруль? Ой, блядь, беги, беги, сука! Да иди ты нахуй! Ебанутый, блядь, олень, сука! Долбоеба кусок! Говорю, блядь, беги тебе! Стоит, блядь, как ебнутый тут нахуй! Машется, вечится, блядь! Говна ебаного, сука, дебил! Ебаный, какой же дебил, блядь! Какого хуя они все за мной-то бегают? Какого хера этот лагерь, блядь, рядом с кучей этих мудаков, блядь? Что за пиздос? Да иди ты нахуй, понял, своим снайперским и выстрелами, гнида ебаная. Ебал я в рот эти лагеря, конечно, если честно. Пиздос, бред, блядь, какой же бред? Да ты хули такой прочный-то? Ёб твою мать! Я не понимаю, они что? Они кто? Они не люди, что ли? Что происходит? Я в него, блядь, целую обойму засадил. Что за ебаломба-то это несправедливое вообще? Целую обойму, сука, вставил в дурака. Да беги ты, тюлень, блядь, безногий! Что? Блядь! Стелс, сука! Иди отсюда. Какой нахуй руль? Куда? Кто патрулирует? Какой, блядь, нахуй мародеры? Просто ехал, он просто перевернулся и просто упал. И просто нихуя себе, ага, здрасте, получай. Увидеть подсказки природы. Понюхать мочу на земле, я знаю, давай. Лучше подняться на полях, вообще можно будет почитать что-нибудь, слышь, чувак? Ты хули тут затираешь? Ну, блядь, чтобы больше не было такого, камера, ты что делаешь-то? А я сижу, нихуя сюда, вот это, такой красивый такой на этой, это я, оказывается, завис. Меня часто спрашивают, в скобках нет, нахуй я смотрю на ту сторону. Я, знаешь, я очень паникушный в этом деле человек. Я очень паникушный в деле записи человек. То есть я записываю, мне, знаешь, вот если бы у меня на самом деле здесь бы стоял второй монитор, ну, как это, блядь, придраконить сюда второй монитор, я смотрю сюда постоянно, у меня, знаешь, у меня каждый 30 секунд, у меня рефлекс. Глянуть и посмотреть, картинка ли нормальная, я ли нормально, запись ли идет, все ли там нормально. То есть, понимаешь, вот это у меня рефлекторная хуйня. То есть я играю вот это. Я должен знать, я должен быть уверен, что там все хорошо. Можно, на самом деле, перенести на этот монитор, и будет немножко, как бы... Хотя, с другой стороны, ладно. Ну, ты понимаешь, почему я туда верчусь? Потому что я проверяю постоянно, ежесекундно, и держу в памяти, что там запись-то идет. На 500 метров мне не хватит бензина, до 500 метров можно на ветру доехать. Трусы, блядь, снял, он вместо паруса поставил и долетел по этим ёбаным ветрам. Вы что делаете? Как это так-то? Вы что, охуели? Ну или близко, ты что, ебанулась? Нам нужно вынести просто одно нормальное решение. Тут три слова. Вы что, охуели? Ну или ты что, ебанулась? Да иди ж в пизду! Там нельзя, блядь, спрятаться! В смысле? Какой нахуй ладони? Ты в мусорный бак идешь, еблан! Блядь, ну долбоёб, сука, я уже просто не могу над этим! Какого, блядь, не могу там спрятаться? В смысле, блядь, не могу? Уёбище, блядь, глупое, не могу там спрятаться, блядь. Придурок, сука. Ой, какой же мудак, блядь. Какой же мудак, пиздец. На мотоцикле, сука! Я хуею. You have seen warned. Чё? А, типа, поимей в виду, мы тебя выебем. Time is a killer, and I'm